макет винтовки Маузер 98К в исполнении испанцев из компании Denix. Маузер 98К – это магазинная винтовка, официально принятая на вооружение в 1935 году. Являлась основным и наиболее массовым стрелковым оружием вермахта. Конструктивно является укороченной и незначительно измененной модификацией винтовки Маузер 98. Существовали различные модификации и различные компоновки этой винтовки. Также были магазинные и однозарядные. У нас без всяких прицелов, самая обыкновенная однозарядная винтовка. Производили эту винтовку ровно 10 лет, с 35 по 45 год. Всего было выпущено около 14 миллионов штук. Масса ее составляла 3,7 килограмма, длина 1110 мм, длина ствола при этом составляла 600 мм. Выпускалась она под патрон калибром 7,92 на 57 мм. Боевая скорострельность составляла 15 выстрелов в минуту, начальная скорость пули 765 метров в секунду, прицельная дальность 1500 метров. Что же имеем мы? Мы имеем макет хорошего качества. Ложа здесь деревянная, все остальное я подозреваю из силюмина, то есть макет довольно-таки легкий. Ремень кожаный, в общем такой довольно аутентичный бюджетный вариант винтовки. Имеется возможность взведения и спуска. Отлично подойдет для реконструкции боевых действий Второй мировой войны, ну и для любых тематических театральных постановок. Если у вас возникают вопросы или мысли касательно этого продукта, добро пожаловать в комментарии под видео. Не забывайте ставить лайки, делиться с друзьями, подписываться на наш канал. Это был магазин Пнемат 24. Спасибо за просмотр.